мамочки тоже. Иметь собственного ребенка, пожалуй, здоровое желание любой нормальной семьи. Вложить в воспитание малыша всю душу, подарить свою любовь и ласку теперь могут и эти родители. А когда-то это чудо, которое сегодня веселится на празднике для бесплодных пар, было запредельной мечтой. Осуществить ее помогают такие люди, как доноры, суррогатные мамы. Мама-одиночка Елена полгода жила вдали от родной дочки, вынашивая близнецов для совершенно чужих людей. Говорит, семье нужны были деньги, как воздух. А сегодня она к тому же и донор яйцеклеток. Я себя сразу настраивала, что это не мои дети. То есть, ну, не мои. У меня есть моя дочка. Это то, что вынашивает своего ребенка и именно по суррогатному материнству, это две разные вещи абсолютно. То есть ничего такого, извиняюсь, конечно, но родного я не чувствовала. То есть вот вся беременность 9 месяцев прошла не так, как я со своим ребенком хотела, совсем по-другому. Могу, конечно, сказать откровенно, когда родила, был такой период, что, как сказать, ну не то, что депрессия, а вот опустошенность какая-то, конечно, была. Но я быстро оправилась. Получить ребенка в Казани таким образом, по словам врачей, в среднем стоит 1 миллион рублей. Найти мамочку, которая за деньги хотела бы стать суррогатной, несложно, говорят специалисты. Желающие есть, причем их не так уж и мало. Просто не все могут пройти жесткий отбор. И потом, по закону, суррогатные мамы должны иметь своих собственных детей, прежде чем идти на такой шаг. Она должна быть ответственная, без вредных привычек. Ну, возраст до 35 лет. Если она замужем, то как бы муж должен как бы согласиться на эту программу, ее поддерживать во всем, естественно, то как уже. Вот. Ну, там еще и такие медицинские всякие показания, положительный резус фактора, отсутствие кесарево сечения. Кстати, в Казани суррогатных мамочек примерно 100 человек. Причем их услугами пользуются не только казанцы, но и бесплодные родители из других регионов России. Наталья Игенбердыевой 23 года. По меркам медиков, прекрасный возраст для рождения ребенка. Вот только в своем животике девушка вынашивает двойню не для себя, а для взрослой пары под 50. Решу квартирный вопрос. Вот это, конечно, у меня стоит на первом месте. А вы бы хотели встречаться с детьми, с этими потом? Знать, какими они вырастут, кем станут? Нет. Наверное, нет. Почему? Это будет больно? Я еще не знаю. Проходит ли бесследно этот этап в жизни для каждой женщины, выполняющей роль своеобразного инкубатора, сказать сложно. Кто-то чувствует себя опустошенной сразу после родов, а кто-то потом всю жизнь пытается добиться встречи с теми, кого вынашивали под сердцем все 9 месяцев. Есть и те, кто считает, что игра стоит свеч. Гузалия Шакирова, Дмитрий Ермаков, телеканал «Эфир».